Ребятки, всем привет, с вами как обычно Дмитрий, мы проходим теперь предпоследнюю уже миссию новой кампании, которая появится где-то в апреле. Да? Пустынная баталия. BG Smot World One Edition, конечно же. Так. Тут у нас, смотри, какая ситуация. Тут у нас есть искусственный интеллект, который будет помогать северам, то есть, скорее всего, они американцев будут мочить, и они будут помогать с Рабатом и тут немножко. Да. Нам же, наша же задача наступать именно со стороны Ливии и Туниса. Вот. А уже такие делишки. То есть мы пойдем вот так вот. Полный набор генералов разрешен. Спрашивали у меня, почему я предпочитаю Фонка. Да просто так, если честно. Они, в принципе, с Рихтхофеном, ну как, не скажу, что они прямо одинаковые. Рихтхофен немножко посерьезнее, потому что у него скорость повыше базовая. Но это качается, так что. Так что вот так. Так. Артиллерия. Жазовского посадим на артиллерию. И сюда посадим товарища Гофа. Так, пехота. Понятно, кто на пехоте будет. Так, и Майнер Гейм, конечно же. Все. Так, Фонг, давай сюда. Вали Питена. Нещадно. Так. А ну все, сейчас ему чуть-чуть навалять осталось. Готов. И тут с пехотой, в принципе, более-менее хорошо походили. Давай атаковать здесь. Так. Здесь занизим магалище. Пехоте. Пехоте. Так, 27 хп, чуть слабенько. Ладно, меняем ход. Так вот, американцы, они, конечно, тут адовые ребята. Много дальнобоек и прочего, поэтому надеяться прямо так не стоит на наших друзей. Надо еще с Жофром разобраться. Ой-ой-ой. Давай-ка вот так сначала. И давай вот это орудие такое. Чтобы нам потом не мешало. Так вот. Денежки начальные, кстати, у меня еще пока не поправлены. Ну, это альфа, потому что... Тут особо закупаться не надо, на самом деле. Все вполне очевидно и проходимо спокойно, без больших денежных вложений. Потому что тут, в принципе, уже на классе добивание пошло. Вот такие делишки. Блин, ну... Артиллерия по бронепоезду что-то слабо очень фигает. Ну, на самом деле, в принципе, как? В каком-то смысле, наверное, и правильно, что так. Именно такой дамаг. Так, подожди. Нам Гуру надо как-то, наверное, атаковать. Да, мы достаем до Гуру. Ой, что-то вообще ультра слабенько. Это как-то не круто получается пока. Вон Кадорна готовится к высадке. Так. Давай, Питенище, сюда. Майнер Гейм пусть добьет войска, и мы пойдем к Нивелю.
так вот к Нивелю подойдем. 65 хп сняли. Меняем ход. Так, Фонг. Шмяк. Жазовский медленный слишком. Так, сейчас мы другого еще мораль занизим. Вынесем на всякий пожарный французов. И продолжаем Гуро атаковать. Гуро он скоростной, поэтому, в принципе, можно тут какую-нибудь пушку слабенькую купить. Так. Ой-ой-ой, Гофа что-то вообще загнобили. Ну не, в принципе, не скажу, что прямо таки плохо очень, что у нас артиллериста могут вынести. Я думаю, мы и без него сможем нормально справиться, просто это будет немного дольше. Так, ну и надо бы с Нивелем разобраться скорее. Меняем ход. Как там американцы? Першинг еще живой. Мессе подобрался к Альфонсо. Так что, в принципе, неплохо пока. Есть. Так. Тут мы можем вообще аж сюда заехать. Кавалерию атакуем. Ну и продолжим мочить Фоша. Ой, Гоф умрет. В принципе, пофигу на него. Так, я не знаю. Нивель. Нивеля, скорее всего, не получится сейчас положить. Поэтому мы вот так вот бах. Сделаем. Все, Нивель готов. Теперь-то и Майнер Геймом, наверное, подальше поедем, на Деголя мочить. Смена хода. Питена, я думаю, тоже убьет. Да, убили Гофа и Питена. Луиджи пол хп сняли. Так. Нам сюда. Поддать дальнобойке. Надо бы. Тут Филиберто есть, да? Или нет, это Филиберта, по-моему. Фургунь Филиберта. Надо бы, наверное, вот в Рабате. Ой, козел. У тебя еще и дефенсарт имеется. Ну, бывает. Что сказать? Так. Тут Фоша. Шмякнем. Фош практически мертвый. Это здорово на самом деле. Так. А, Майнер Гейм уже почти к Деголю прибирается. Не надо отковать пока. Имеем ход. Ну-ка, Фонг сможет достать? Нет, не достанет до Фаюля. Тогда Фонком мы Фоша снесем. Луиджи добивающий удар примет. Господи. Бронепоезд выжил. После такого. С Альфонсо практически разобрались. Майнер Гейм Деголя загасит, в принципе, за пару, наверное, ходов. Сколько там у нас уже? 7-й раунд. Ну, времени повоевать у нас еще много. Першинг еще жив. О, Фургони захватил Рабат. Хорошо. Молодец, Фургони. И тогда вот чуть-чуть сделаем. Так, ну, во-первых, надо шмалять по Фаюлю. Тут вот так.
Снова по фаюлю. Так. И давай вот чего. Сюда заедем. Фаюль, возможно, захватит тут. Позишн. Ничего там страшного нет. Так. Все, Касабланку освободить. Ну, ее можно не захватывать даже. Поэтому просто теперь надо шмалять по Першингу усиленно. Не давать пройти противникам. И тогда все будет просто здорово. Едем поближе. Подожди. Ну, придется на захват подойти. Не, не вышло достать. Сейчас вот так. Ну, на Аган я, в принципе, спокоен с Аганом. Так, Испания проиграла, и наши братюни Першинга замочили. Вот так вот. Так что мы даже за 9 ходов смогли пройти такой наступательной тактикой. На этом все, пока. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал для видео с этим. Всего доброго, увидимся в последней миссии. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.